Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает. С вами Юля и Мишка. Всем привет. Мы в GenBeasts и решили затеять интересную фишку. В общем, некоторые игроки только сейчас начали играть в GenBeasts и, наверное, не помнят старые версии. Мы решили устроить такую эволюцию. Начать, в общем, с ранних версий и закончить нынешней. Сегодняшняя карта будет ринг. Так что все, Юля. Юля у нас синяк, да? Да. Синька. Вот, а я красный. В общем, вот она, собственно говоря, первая версия. Будем сначала здесь выяснять. Чисто драки, ничего лишнего. Потом оценим, какая лучше физика, какая лучше карта, в какой версии была лучше сделана. Вы тоже, ребят, оценивайте, думайте. Фишка вот этой 003 версии в том, что вырубаешься реально надолго, еще долго жизни. Блин, Юля меня реально гнобит. Перестань. Ё-моё, как? Ты решил как лопаты? Слушай. На Б, да, на X, попробуй на X. Здесь не на Y, а на X. Вот, все, понятно, все управление. Конечно, вовремя. Ну, извини, я только сейчас вспомнил. Все, прощай. Молодец. Но здесь 3 жизни в этой версии будет, потому что здесь не настраивается нифига, а в следующей будет 5. Что? Ты думаешь, ты победила? Ты думаешь, ты доказал? Я знаю, как здесь двоечки прописаны. Двоечка, раз-раз. Раз-раз. Раз двоечка. Да фига ты летаешь? Устаканься. Как Каспер. Устаканься сейчас. Опа-опа-опа. Все, опа, валим. Опа-опа-опа. Тихо-тихо. Сейчас, смотри. Свертухана. Дал комбо, как сразу же тебе нафигачил. Опа-опа-опа-опа. Ай, подзатыльник все-таки получил. Очнись! Фу, мне повезло на самом деле. Не, это вот плохо. Все, начинает гнобить, и когда начинает убивать, уже все, не встанешь. Тяжело, да? Фак! Фак! Изи! Я так вообще сейчас это, останусь в сухую, блин, проиграю. Здесь победитель. Ну не я, походу. Так, двоечки. Не, уж одновременно. Прыжка, значит? С прыжка. Опа, нифига. Все, гнобим. Гнобим, не даем вставать. Уронили, не даем вставать. О, все, валим нафиг. Надо зацепиться. Блин, я не хочу здесь так взять и просрать. Я буду оттягивать. Я хочу, чтобы ты взял. Ой, ой. Тихо. Это еще жив. Блин, да достал этот чемпион какой-то мира. Опа, не так-то просто, не так. Нет. Короче, я в сухую просрал, начисляем Юлю 1 очко. Да, вот так, ты видел, как я подпрыгнул? Окей. Йоу, это версия 1.5. В общем, в принципе, карта почти не изменилась, да. Все стало только ярче, немножко поживее, согласись, физика более. Да, и нету, это не показывается. Стамина, ну, по-моему, в настройках она есть, если... Да ты что делаешь? 5 жизней мы поставили, конечно, но чувствую, мне это не поможет. Все, псих врывается, чтобы уничтожить всякую гниль. Понятно. Гниль это походу не я. Сейчас это. Ой, вот кушай мою попу. Ого, да, нафигачило. Так, спокойствие. Да ё. Ты везёшь, я тебя не могу. Да. Блин, да вы посмотрите на этого чемпиона. Что делать? Я вот... Ты что делаешь? Объясни мне, сансей. Я ни хера не понимаю. Что тут как? Искусство. О, тут пинаться можно уже в этой версии. Сейчас, короче, тактика будет такова. Я не буду говорить, просто нахерачить его, зацеплюсь за тебя. Опа. Ну, хотя бы я Юлю тоже вырубил. Да достало! Я просто лег уже. Господи, перестань меня мучить, перестань. Блин. Какая жопа, драна. Нет! Да! Фак! Ладно, все, это как сказать. Я... Свинья. Тихо, раньше времени. Я притворюсь мертвым. Не сдавай. Все, позиции. Эй! Хотя бы рожми. Все, вот он. Удар пузом. Сейчас тебе будет удар пузом. Смотри, иди сюда. Хоба! Вот что могу сказать. Нет!
Дерьмо, мамонта, охренеть, просто можно. Дерьмо. Фак мой мозг. Юль, ты достала. Юль, не поддавайся, перестань. Прекрати это. Миша поддается. Что такое? Блин, да... Какого черта она на анаболиках? Ее нужно убрать отсюда. Блин, ну как чертило. Все, можно оставь меня в покое. Сверху кулаком. Лавы потянили, руки кривые. Господи, спаси меня! Достал! Ну что за дерьмо? О, я даже промолчу. Юле, короче, дали 2 очка. Я стал синим. Это версия 2.5b. Собственно, здесь физика гораздо, кстати, приятнее. Что, ураган готов к смерти? О, вот здесь-то я буду царевать, смотри какой. Может, красный невезучий цвет? Вот он. Сейчас посмотрим. Все, здесь есть бег, бега здесь нету. Есть также пинок. Не, я тебе говорю, синий цвет просто удачи. Все понятно. Посмотрим. Че смотреть-то? Че смотреть в угол? О! Блин, ё-моё, что происходит? Ни хрена себе! Вставай. Ты выжила? Как? Хера себе! Хера себе! Извините, пожалуйста. Вот блин, так. Блин, я забыл, вот, что вот я. Так, вот так тебе. Вот. Так. Ой, неудачно вышло. Ты думаешь ты? Я даже успел. Да, вот так. Я тебе так просто не сдамся. Окей. Фу, блин, а кстати, вот это что, больше она? Всего мне пока нравится, если честно. Блин, слушай, я ран, офига. Вот, блин, физика офигенная. Слушай, что-то как-то это быстро. Опа. Блин, мне эта физика реально больше всех нравится, я отвечаю. Фак, я почти зацепился. Нет. Чё нет? Ураган стайл. Все. Не давай вставать ей. Синяк, работай. Да что ты спиной встал к ней, к этой ряхе. Фух, да тут стол. Все, один удар. Блин. Супер удар. Тут. Черт, почти зацепил. Есть. Блин, о, вот это я тебе отвечаю, вот эта физика самая крутая. Согласись, мне она нравится. Фак! Ну! Return с ю. Комбэк! Дизатур уже потный кат, я могу сказать. Вот это вот. Я просто. У меня аж руки устали. Все. Иди нахрен отсюда уже. Все. Ты близок. О, стой, погоди. Все, да. Зубы вспотели. Руки устали. Давай. Готовься. А черт тебя. Стой, я тебе сделаю вот так. А как ты это делаешь? Не скажи. Алло. ДБ-Y я делаю. Ладно, достал уже, что тормозить. Да, радуйся. Ты думаешь, я так просто уйду? А хрен тебе, блин. Фак. Тебе один раз умереть, мне 2 раза, да? Я так понял. Да. Ну, тогда, в принципе, валяться. Хова. Чё ты думаешь? Твой залом что-то сменит здесь. Сейчас я как с прыжка-то. Блин, ты зажал меня сильно. Дурень. Сейчас. Ой. Все, колбаса. Да что за... Ты тихо тут ногами, ты каратистка. Ой. Опасно. Так, главное не просрать. Главное, тихо, тактика. Давай, еще ударчик ей. Сыпь. The fuck? Нет. Тут дрянь. Отвали. Нет. Yes. Все. Давно так не радовался. Ладно, все.
Все, это версия 3.1 стабильная, которая... Да, я снова синяк. Да-да-да, я снова красно вернулся. Стой, ну-ка, погоди, я хотел посмотреть, вон на карте, можешь вот сюда тоже подойти? Там монитор, он нас дублирует. А, я что хотел сказать, что это стабильная версия, которая сейчас в Стиме, вот мы и решили ее взять из третьей, так скажем, версии. Но самое главное, что Юля сейчас отправится. Ну, какой у нас счет? 2-1? Юлия, ты помнишь? Да. 2-1. Чё, сейчас? Как погнать отсюда? Ого. О, диджей. Разбушевался прям. Ой, я вырубился. Ничего страшного. Теперь на 100 раз проводили. Все, ушла твоя удача. Да. Да. Я думал, что успеем. Посмотрим. Фига, а ты видала? Я не замечал, что ринг прогибается. Видела? Смотри. Ну, где звездочка, заметь, где мы шагаем. Да. Да? Ой. Да что я вырубаюсь постоянно-то? Оп-оп-оп. Видишь, какой неукротимый я. Ух ты! Я кончиком коснулся. Сам себя, так скажем, приговорил. И так еще медленно погасает. Прям аж бесит. Как гаснет. О, бег есть, бег. Хрена себе! Вот это как в рестлинге. Ты руку прям поставил и об нее бухнулся. Да. Не, я прям вообще... Ну, вот 2.6 версия. Вот эта версия вообще тебе она нравится? Да. Да потому что я в ней вырубаюсь, да? Все потому что я красный? Да нет. Тихо. Слушай, надо это как-то... Короче... Понимай. Себя, в том смысле. Тренируйся, а то быстро уровень кончается. А мне он только понравился. Ясно. Тебе ладно, еще я одну... вот так подожду. Ах ты, я не люблю подачки. Ты меня разозлила. Ты просто уж больно мне нравится это. Растянуть удовольствие? Да. Ой. Что произошло? Это гумипа. Нет, с тобой синяк! Это был глюк, это моя карта. Блин, черт возьми, прикинь, ты еще и выиграешь. Я постараюсь сделать. Это будет моя ошибка. It's your mistake, давай. Ух ты! Я так буду. Ладно, что там, 3-1? Да. Улю-лю-лю-лю, версия 3.4, она почти не отличается. Только от свет как по-другому. Свет по-другому и другая физика абсолютно. Мне не везет красным, я отвечаю. И здесь часто встает, видишь как? Вот это! Блин, я думал, ты уже улетела. Все, зажал тебя в угол, давай, сейчас прыжка. Ты дерьмо! А здесь, кстати, счет, заметь, не пишется, мы хрен узнаем. Ну ладно, тем не менее, версия 3.4 тоже, в принципе, нормально. Сейчас. Я тебе выколочу все мозги, видала? Давай. Видала, как я плю? Тут головой еще забываю все время, надо бить еще головой. Я помню. Над каким-то комбинациями тебе. Да нет, рано, слишком рано уходить. Ну я... Самое то! Черт, да что за дерьмо? Уже и понятно, конечно, что я проиграл, но хоть... Защитить прилично... свое. Не, синий это реально удача. Да нет, ну что? Что за дерьмо? Вы издеваетесь. Просто реально, правда, смешно. Я даже не знаю уже, каким поза сломал. Ладно, давай ты потом сыграешь красным, заодно проверим. Ой, синим, проверим. В следующий раз другую карту? Нет, ну вот, это же версии, как бы, еще сделаем раунд, так скажем. Ну, чисто... Один прям, буквально раунд. Да. Ладно, окей, сделаю. Ради теста, вот просто, на допинг. О, удача, почти. На, тебя загнул, на. Все, башка. Нет, вставай, работает. Да достало, ну что ты, ну иди хоть раз, ты понарвай. Все, хряснул. Да что ты будешь, где ты сдеваешься, что ли? На самом деле, ты проиграл. Уже все. Все, с собака получаешь, с ноги тебе. Жара опять пошла, ё-моё. Мы даже недовольны.
Все, кота отвлекли. Теперь можно просрать мне. О-о! Вот! Вот так вот! Комбо меня учили! Супер тренера, а я сейчас просру. Нет. Да какого фига ты? Че у меня застрял? Рука! Рука, уйди оттуда! Нет! Я не хочу так просто. Ведь заметьте, у меня. Да рука, ну что ты лезешь туда? У меня реально какая-то. Слышь, хорош барахтаться, все. Вот так тебе. Пошла! Вон! Да нет, ну почему? Это блин, называется это... профессиональный. Вертуканский удар. Будет здесь. Ай, да господи. Блин, что ты, я блин? Должна выиграть, ё-моё. Ну, ты уже и так выиграла. Я уже устал её. И так, и сяк. И напрягайся, сяк. Уже головой даже не могу брать. Ой. Чёрт возьми. Да фак, ты же лежала дохлой. Я была жива, в сознании. Дерьмище, тонна дерьма. Сейчас мы, короче, всё, ладно, короче, Юль победила, эксперимент сейчас будет. Итак, ребята, чисто тест. Сейчас я синий, и мы проверим, насколько везет именно синему цвету. Если сейчас я завалю Юлю, я не знаю потом, что как решать. Ну посмотри, синий цвет, он просто карает, разруливает. Ну, Юль, докажи свою, как говорится, профессиональность. Ты что ты делаешь? Сейчас. Ух ты, я тут Тихо. Везучесть, включайся. Да. Ну, в принципе, Юля доказывает свой профессионализм, ее никак не победить. Но, между прочим, две жизни, поэтому да. Кто знает. Сходу. Сходу, короче, дикие атаки. Все понятно. Да ну в жопу. Короче, ладно. Дикие атаки. Это был Evolution Gambis, в общем. Degradation of Mission. Да. В общем, будем также все карты проверять. В общем, ребят, будет куча нового, куча веселого. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.